Готовы к встрече? Ага. Порви их там, перезвоню позже. Джордж и Линда жили на бегу. Знаешь, чего мне хочется? Стащить с тебя халатики. До этого дня. Ты почему не на работе, Джордж? Да я это самое, меня уволили. Как снова встану на ноги, вернемся в Нью-Йорк. А пока брат предлагает работу, надо ехать в Атланту. А вот и он, мой бездомный брат со своим скарбом. Линда, боже мой, потрясающее тело. Рик, по-моему, ты всех смущаешь. Да все знают, что я понарошку. Порой нужно сменить курс. Первое задание — забить данные в комп. Ты уверен, что мне стоит этим заниматься? Оспариваешь мое решение отказать? Ты не шутишь? Шучу, ты уволен. И взят обратно. Это был предупредительный. А иногда надо валить отсюда. Найти объезд. Так, я больше не могу жить в этой машине. Мотель Элизиум. Мотель ищите! Еще полмили прямо, не промахнетесь. Валим? Да. Черт, он догоняет! Гони, гони, гони! Эй, вы целы? Давайте провожу. Меня зовут Уэйн, и я нудист. Мы по члену сразу поняли. Внимательнее! Смотри, сколько людей здесь живет. Это коммуна. Целеустремленное сообщество, а не какая-то кучка хиппи, лобающих на гитарах. Этой зимой крепко берешь за основание, ведешь рукой до конца и ласкаешь кончик. Что? Пальцем кончик. Раскрепоститесь. Добро пожаловать в сообщество Элизиум! Мы не собираемся здесь оставаться всего месяц. 2 недели. Проверьте себя. А, Джордж, ты мне нравишься. Ты тоже ничего, Ева. Надо будет заняться любовью. Вы с Линдой не против? Ну! И найдите свой путь. Потрясающее место. Наконец-то мы нашли что-то настоящее. Что это такое? Чайхуэска. Воняет кошачьей жопой. И обладает галлюциногенными свойствами. Я умею летать! Нет, не умеешь. Я знаю, что я умею летать. Пусть не обижаются братья-негры, но тебя кроет по-черному. Страсть к переездам. Ну, ты так и не рассказал нам о себе. Может, другой раз? Я еще не закончил. Мы подождем.